лица. Рост 166. Здравствуйте. Ой, а что ж ты смотришь? Сестричка. Кирилл! Киря, нельзя. Нельзя. Общаюсь с Лизой. Да, мне спрашивают. Расскажи про уход за волосами. Я в актуальных оставила про волосы. Историю. Я на своем вайбе где-то летаю над облаками. Ой! Показывай. Ой! Ой! Ой, короче, смотрите на мою сестру сегодня. Хочешь маску? Нет, давай без маски. Без косметики, да, наша сестра? С кем живешь? С мамой. Ну что делаете? Купаем ребенка. Ребенка. Садись, Кирюх, садись. Хватит баловаться, садись. Садись. Да, у малого вас по процедуре. Спасибо. А я некрасивая. Видела бы я эту красоту, честно говоря, никогда себе красотка не считала. Нельзя. Садись. Обещал бы тогда, да, но я всегда была мимо. К Самоне, наверное, хорошо относится, я могу за нее отвечать. Она говорила всегда, что хорошая девочка. С Игорем общаешься? Ну, нельзя. Нет. Нельзя. Нельзя. Я не вижу, что я похожа на маму, честное слово. Я тоже, кстати, почему-то. Я вижу только то, что у меня, вот я, например, с мамой похожа. Я смотрела по эфирам. Ну вот когда я была блондинкой, я, может, видела, что что-то есть схожее. Сейчас вообще не вижу схожести. Да, что конкретно по поводу Илины? Могу отдать обратно. Она сказала сегодня, чтоб я провела прямой эфир. Кирилл! Нельзя. На, подержи. Нельзя, садись. Садись. Мне Черкасов нравился и Орлов очень. Мне 21 год, сестре 23, вот 24 будет в феврале. Давай сюда сядем, мы будем сидеть. На. На. А чё? Иди проводи мне, лень. Губы она делала в новочеке. Да, я могу на все вопросы на нее отвечать, я все знаю. Они с Игорем у них встречались. Кто лучше, Игорь или Ваня? Игорь. Игорь? Да она Ваню и не узнала толком. Что он там? Пообщались. Короткий промежуток. Кириллу 2 года. Кто по знаку?
сестра, рыба. Я рыба, я скорпион. Кто ищет, что ищет? Рин, ну ты меня в трусах показываешь, алло. Ты уже сколько раз в трусах себе выставляла? Кто на доме 2 самая высокомерная? Я. Да, я тоже так ответила, что Эля. Рыбы-изменщики. Ты по себе судишь? А, рыбы-мужчины-изменщики, женщины нет. Сестру зовут Арина. Ну смотрите, еще категории есть. Я рыба февральская, есть рыбы мартовские. Мартовские рыбы вообще капец. У меня вообще нет рыбы. Мартовская. Какая зарплата на доме 2? Вот прям нет. Взяла и рассказала. У-ху! Ой, это куда ты? Ого, он уже так лазит, он может, блин, так выпасть. Вылази! А это по-моему? Ку-ку-ку-ку. Ого. Ку-ку. Почему ушла с проектом? Слушай, дорогая, да ты вот так сейчас просто выходишь отсюда и все, и больше ты не появляешься в моем прямом эфире. Что? Да задрала. Так, а сначала отвечала-то? Почему ушла с проектом? Слушайте, я долго думала, да я не знаю, сначала ты не можешь привыкнуть к той обстановке, какая там происходит. Потом вот, когда я ушла, я понимаю, что, блин, мне не хватает уже того места. Ну, как-то, не знаю, просто тяжело было. Мне надо было просто уйти на недельку в отпуск и отдохнуть. Вот. А не так сразу кидать громкие фразы, что я хочу уйти. Пошли? Да. Ай. Поэтому как-то так. Что у меня тут за антенны? Ёпарсте. А вернуться ты можешь? Могу. Вернуться желания нет, если хочешь. Есть желание. Сейчас я немножечко передохну. Подумаю, что как. Субботина действительно такая ненормальная. Нормальная она девчонка, я не пойму. Что? То, что она эмоциональная, но все мы разные. Дай. Пойдем. Да, с Лизой общаюсь. Все разбросал, жук. Кто по национальности вы? Не, я не метиска, нет, я русская. Это правда, что вы вернулись к бывшему парню? Нет. Смотрите, какая у меня елочка красивая. Сейчас я похвастаюсь. Сейчас. О. Арина, я в трусах сижу, ты совсем на приколе. Трындец, Арин. Да ты в трусах выставлялась, тебе это что, какая разница? Не хочешь ресниц сделать? Я хочу ламинирование ресниц сделать. Почему не отвечаешь на вопрос? Отвечай, Арин, покажи бывшего Эли, не покажет. У сестры своя квартира. Да, у нее хорошее зрение. Она похожа на Адель. Ты мне это уже говорил, кстати, когда я была блондинкой.
Как относишься к тому, что Игорь переспал с Инной? Переспали, дают, так сказать, если что б не взять девчонку. Не воспользоваться, так сказать, ситуацией. Какая зарплата на доме 2? Не скажу. Конфиденциальная информация. Мы с Игорем очень красивая пара, да, мы красивые, мы такие. Кирюша, верни шар обратно на елку. Как думаешь, раньше дом 2 был лучше, чем сейчас? Ну, мне кажется, там было повеселее, было больше людей, таких более активных. Видно, сестра стерва. Я стерва? И такого еще не говорили. Мне такого еще не говорили. Где планируете Новый год встречать? Наверное, вот вместе будем. Вдвоем. Я не знаю еще. Либо же в компании бывшего мужа, друзей совместных, с Элей, с детьми. Не знаю еще. Посмотрим. Ты или ЧСВшная, или я? Я не знаю. Так, Кирилл полез в шкаф играть. Киря! Кирилл! Ай-яй-яй! Знаешь, счастье в простом не загадывает на потом. Ако, Коко. Так кто там ЧСВшный? Не знаю. Нравится кто-нибудь из парней сейчас, честно? Я сейчас ни с кем не общаюсь. Верни Киря! Кирилл! Посмотрим. Бой подушками! Опасная игра. Тихо, я юрист. Ты вообще-то юрист и педагог. Нравился кто-то еще помимо Игоря на доме 2? Да нет. Стаканчик это дружечный пирамид. Спасибо. Что привлекательного в Тигране? Мне кажется, это у его жены девушки надо спросить. Сестра, да, работает. Да. И может быть такое, что красиво. Ну, не общаюсь, потому что сама не хочу. Киря, ты куда пошел? Кирюша! Кирюша! Кем сестра работает в полиции? Кем-то работает. Дядя, варит в стакане фасолевый суп. Ой, да что это такое? Приятного аппетита! Племянник разговаривает. Что ты на своем тут? Иногда что-то, ма, иди. Что он еще говорит? На. Пусти. Ай-яй-яй. Какой ваш вес и рост? 51 килограмм, 166 рост. Киря, ты где? Опять? Прочитай директ, хорошо. Так, девочки, у меня к вам вопрос. Короче, я постирала тюль сначала порошком, потом Ленора пополоскала, и
Воняет сейчас псиной, капец просто, тюль. Что делать? Как убрать этот запах отпаривателем? Ну, я не уверена, что это сработает. Чего только переполаскивать? Просто я не знаю. Запах псины прям. Прям с собаками. Ой. Обещал дофига, да, но дофига было мимо. Ой. Само выветрится? Ну, блин, я надеюсь, потому что воняет просто капец. Я собак не люблю в доме, потому что... Я собак не люблю, а тут тюль воняет псиной. Да, тут тюль воняет псиной, это полный пиздец. Нет, я собак люблю, но таких, которые там, я не знаю, шпиц, которого там моешь, он не воняет какое-то время. Ну, вот. Сейчас, Ютуб. Ютуб. Это моя сестра. Это я. Вот это залипательная фигня. Угу. Бухенбалт выше вас. Блин. Я что-то... Мне кажется, он чуть пониже, почему-то мне так кажется. Обещала, дофига. Вот у меня так было со спортивным костюмом. Тоже все нормально. Стирала, потом постирала. Все то же самое делала, завонялся. С Лизой общаюсь я с Лизой. Ну, я перестала в этом костюме ходить. Каким гелем для бровей пользуешься? Вивьен Сабо. Как-то Вивьен Сабо. У меня, по-моему, есть. А, кстати, где моя сумка? А, вот она. Сейчас я покажу, кстати. Я его взяла. Арина, блин, ну ё-моё, люкс визаж. Я говорила Вивьен Сабо. Люкс визаж. Да. Люкс визаж, девочки. Хороший, реально хороший. Залипает в воду. На сколько гигабайтов айфон? Блин, по-моему, 128. По-моему. Киря! Отойди от телека. Ой, показал. Я же не люблю его показывать. Иди сюда к маме. Иди, мама потелует. У тебя маленькая бусинка. Чего мы не в штанах? Почему я? Кто не в штанах? Ты не в штанах? Да, наверное. Ну, потому что мне так удобно. Ютуб. Какой тональный крем у вас? Так, либо... Этот. Сейчас, я взяла его, по-моему, тоже. Вот и разбор косметики сделали, девочки. Сейчас. Вот этот. Вообще бюджетный, девки, хороший. Блин. Вам показать его? Нормально, да? Вы говорили, что был один мужчина, только это правда? Да, правда. У меня были только одни отношения во всех планах. От чего шрам на... Где у меня? Вот здесь. Собака, щеке, собака меня укусила в детстве. Не выключай, я забодалась уже каждый раз возвращать. Ну что ты делаешь, Кирюш? Мой дуванчик. Гукутики!
Нас зовут Гугутики! Гугутики! Болела ветрянкой, да. На лошадке здорово! Ну, мне будет 24 февраля или 21. Там почти 3 года. Смотрела эфиры со своим участием. Да, она постоянно их смотрит. Трудно ли учиться на визажиста? Нет, ей было не трудно. Кристина Бухетбал, 29 лет, мне нравится. А мне нравится. Мне тоже она нравится. Она красивая, сильная, интересная. У тебя с рождения такой нос, или ты его ударяла? С рождения такой нос. Какой такой? Нормально у меня нос. Что с ним не так? Стоит ли мстить парню или... Так, что, если бросил и сделал больно? Да зачем? Девки мстила, и лучше не надо. Занимайтесь своей жизнью. Да, лучше забейте, вот заниматься реально, своей жизнью. Это вес ни к чему хорошему не приведет. Будьте выше этого всего. Да, просто нужно уметь переключаться и не зависеть от человека, контролировать вот это вот. Ну, как бы, не зависеть от этих эмоций, не зависеть финансово, не зависеть вообще никак. Если будешь зависеть финансово, то все. Полностью. У тебя всегда должна быть какая-то подушка безопасности своя, чтобы как бы это... Чтобы не зависеть. Чтобы потом не было печально. У кого училась визаж? Лобова. Ольга Лобова. Кто красивее, Кристина, Ирина или Вика? Кристина. Мы сестры. Муж дома у себя. Они разведены. Спасибо, блядь, что вы добавили, что я дважды. Дважды разведен. Ну, блин, так говорите, как будто бы, не знаю, меня бросили. Сама она разводилась. Потому что... Нет сценария, нет. Потому что это реальная жизнь. Да потому что слишком рано. Извините. Извинились. Слишком рано мы поженились. Сейчас не общаемся. Сегодня не общались. Не, сестра точно на какие проекты не зайдет никогда. Вы чё? В смысле близняшки? Это сестры ребенок, да. Блин, вот я лично... Хочу сказать, что мне кажется, что у Лины нет никакой любви к Игорю. У нее просто зависимость от него моральная. Ну, ты вот на какие-то, когда ты качели подсаживаешься, ты зависишь от этих эмоций. Даже если они только негативные, то ты потом с ума сходишь. Да, мне кажется, она просто вцепилась в него как последний вариант уже там это. Как будто да, ну почему стал. Нет? Мне кажется, она и вот именно подсела. Да мы не похожи. Ну, спасибо. Да, у меня ребенок. В самолете. Да переспали они и переспали. Чё, Эля же с ним не встречалась. У нее очень тоже не было никаких к нему.
Ладно, блин, влюблена. У нее был единственный парень. И как бы я видела, как у них развивались отношения, и как этот человек ее добивался. Как человек что-то придумывал. Постоянно там свидания устраивал. Реально человек добивался. Что-то делал. А не так, знаете, как этот Игорь. Слушай, давай ты будешь со мной и все. Тебе он розочку подарил, хватит тебе. Ну, как бы это не норма, не знаю. Нас как мама воспитывала, как бы, ну, объясняя, что женщина не должна какие-то первые шаги делать к мужчине. Мужчина, на то и мужчина, что да. Добиваться расположения. Должен, да. И просто взять там переспать с человеком, тоже эта история не про нас. Мы так. Снова Черкасска. Спасибо. Мне 21 год. Никогда не комплексую насчет носа. Да как, будем у меня дома, или у бывшего мужа дома, или я не знаю. Ну, или у бывшего. Ну, если мы будем с друзьями и с бывшим мужем, то тогда у него дома. И Эля тоже с нами будет. Арина! Да блин. Ой, ой! Мой тепленочек. Блин, так и хочешь. Так и хочешь меня в труханах выставить, реально, я тебе отвечаю, ты уже просишь, ты прям уже забодала. На, девочки, ну, блин, она вообще ходила девственницей до 20 лет. Да? 20? Да, ну, 19 у меня, ну, сколько мы еще полгода с ним просто общались. Ну, в 19,5 где-то я на это. Ну, до 19,5 считаю, в общем, молодых. У меня тоже ребенок, живу с парнем, мы не расписаны. Каждый день скандалы про бывших. С этим, с парнем у тебя скандалы про бывших? Да, говорит, с ребенком никто смотреть не будет. Ой! Больше смотри, что это отец ребенка тебе такое говорит. Ну, если отец ребенка, забей хрен. Они все так говорят. Да кому ты нужна? Да, на тебя посмотрят. Там только, я не знаю, продавец какой-нибудь. Ну, это, блядь. Он пытается вселить в тебя неуверенность. И по-любому у него есть какие-то чувства там к тебе. Вот. Поэтому нахер шли. Главное, чтобы ты была в себе уверена, и все. Я просто-напросто как бы даже не хочу никаких отношений, потому что понимаю, что я не вывезу отношений чисто физически. У меня там работа, дом, ребенок. Все, я особо никуда не выхожу, только по праздникам. И у меня не будет времени на молодого человека. Там на вот эти эмоции какие-то, там тепло, ласку давать не будет. Поэтому как бы я и ничего ни с кем никак. Бля, у меня с бывшим мужем тоже скандалы каждый день, это нормально. Ну, это нет, это, конечно, не нормально, но а чё, если человек такой? Из Томска, из Тулы, смотрит, из Калуги. Мы год. Да нельзя, да, не из-за зарплату говорить. За зарплату, ну что вы в самом деле? Ё-моё, ну если не отвечаю, значит, наверное, нельзя мне за это говорить. Давай облокотимся. У меня, кстати, был момент, когда мне мой нос прям не нравился. Сейчас нормально.
Типа его укладывать не надо? Да сейчас. Еще минут 10 пойду кашу готовить и байки. Носишь цепочку от Игоря, нет. Да Новый год мы вместе будем. Лысенька хорошая такая. Кулька. Ой, я Кулька. Да, мне нравится мой носик. Сестренка, беляш, беляш. Эля смуглая, я белая. Всегда так было. Да, сижу в инстаграме. Я старшая, я. Так выйдите и не смотрите, раз я вас забодала. Денчик, ты что так агрессивный? Плохие слова не пишешь. Нет, я живу с мамой. Второй раз пишут за глаза Элины. Ну, красивые. Мы услышали, хорошо. Классно. Да, блин, я бы не сказала, что она страшная. Она просто своим характером, не знаю, весь вид портит. Я работаю, сыночек в сад не ходит. Куда-то он полез. Вообще, мой бывший муж против садиков. Что ты не знаю, как мы будем с ним это урегулировать. Потому что, ну, как бы, я считаю, что он должен ходить в частный детский сад. Это социум, вся фигня, это надо. Эля работала. Да. Нас трое детей в семье. На, сейчас я тебе дам. А какие планы у тебя? У Эли какие планы? Эль, какие у тебя планы? Я думаю, Новый год здесь буду праздновать, потом поеду в Питер. Конечно. Бывший муж обожает. Каждый день. Ну, он его очень любит. Он хороший отец. Вопросов вообще к нему нет. Оденься. Да, конечно. Дай Эли телефон. Не дам. Пока я на работе, смотрит моя бабушка. Моя бабушка смотрит. Что тебе дать? Да-да? Да-да? Мне мать твоя сейчас. Одну дай и все. Все, нельзя. И убери и то, и другое. Блин, потом чаечек надо попить обязательно. Да он приходит каждый день. Кирюхи. Эльвира, тебя они любят все. А? Тебя все любят. Мне приятно. Наш отец? У нас разные отцы. С Лизой общаемся. Эля, забери телефон, ради бога. Что, вам моя сестра? Нет. Вы с Лизой серьезно сблизились? Она же... Да, не странно она, да, мы правда сблизились, мы с ней очень хорошо подружились. Все, Эльвира ее больше нет. Все, я отдала инстаграм своей сестре, теперь следите за ней, она будет на моей страничке, теперь все фотки и видео будут только вот с Ариной, ага. Вячеславовной. Да, что вместе жить? Чтоб переругаться? Да, мы уже ругались. Подрались из-за стирального порошка. У нас был отдельный дом 2. Не, я хороший элемент. Элька сама над Лизой угорала. Где я? Нет. Я пыталась вывести из этого невидимого состояния. Поэтому у вас проблемы с мужчинами? Почему? А кто сказал, что у нас проблемы с мужчинами? Дорогая, выйди с прямого эфира. Вот эта проблема с мужчинами у тебя, видать, раз ты нам пишешь. Да, мне нравится мой нос. Мне нравится мой нос и мои губы. У меня нет проблем с мужчинами. И моя маленькая грудь мне тоже нравится. Тоже нет проблем с мужчинами. Чего Лиза сама с собой постоянно кричит? Слушайте, ну эмоции у человека. Я тоже порой, когда на эмоциях, могу сама с собой ходить орать, как ненормально. Эля у меня значок. Я сегодня реально проснулась от того, что там скандал в комментариях под моей фотографией. Я такая сижу, думаю, а что вы за солянки ругаетесь? Лешек, Леша!
На-на-на-е. Ёжик Лёша. А, ёжик Лёша. Помнишь? Ой, Лёха, Лёха. Мне без тебя так плохо, на сердце мотоха, я точно говорю. Ой, Лёха, Лёха, не потерплю я в трусах. Стой, стой, стой. Блин, мы всегда с ней пиздились, хотела сказать, ну да, пиздились. Слушай, а матюкаться разве можно? Сейчас меня как заблокируют за матюки. Дрались. Ёжик Лёша. Я одна с ребёнком? Да я не одна с ребёнком. Какое у сестры образование? Бывший муж. Какое у тебя? А, у неё тоже юридическое и педагогическое. Угу. Да, мы родные сестры. Так что я с ребёнком не одна. Эльвира, посоветуй тональный крем. Либо коллаген, либо я показывала уже тональный крем. Ну, я сниму вам обзор, девочки, ну правда, завтра, я обещаю, я сниму, я покажу, чем я буду. У меня тоже юридическое и педагогическое, сейчас учусь, завышено. По моим стопам пошла. Да. Так, надо кашу сделать. Четыре ей будет в феврале. Фигуру как поддерживаете? Сестра? Сестра, она, ну я не знаю, у кого спрашиваете. Я никак не поддерживаю. Она тоже никак не поддерживает. Она просто сама по себе худая, а я просто сама по себе кобыла. Поправилась. Бывший, значит, одна. Нет, я считаю, одна воспитываю ребенка. Это когда, знаешь, он тебе ничем не помогает. Ни физически, ни материально. И ты вот одна. Пашешь, поднимаешь ребенка. У меня не так. Да, она была официально два раза в браке. Дважды разведёнка. Бля, это был мой выбор. И всё. Два года мальчик. Мальчик, мальчик, ты чё наушники ломаешь? Мамина. Ты маленькая бусинка моя. Нет! Сколько у вас времени? Сейчас у нас без 11 и... Да нормально мы общаемся. Просто периодически срёмся. Ну я бусинка. Ну маленькая бусинка сладенькая. Тихо. Какие оценки были? Двойки, двойки, четвёрки, пятёрки, всё было. Я не была отличницей. Счастья нет. Я не знаю, для меня счастье мой ребенок. Маленький. Я как маленький цыпленочек такой. Да что же ты такой за жопой наглая? Да что... Первый был хороший очень мальчик, поэтому он такой. Просто я глупышка. На любовь свеча упала. Каша пахнет. Это Кирилла. Это Кирилла. Дай мне попробовать. Я вторую не покупала. Давай, я пока помешаю. Иди взад. Сейчас дам. Увидим, сейчас дам, сейчас дам. Я тоже хочу. Тоже хочу кашу. Мама, мама, дай сисюка. Мама делает, мама тебе мешает. Иди, маленький мужик. А я тебе что плохого сделала, алло? Капец. Пришла в гости. Побили. Уже сегодня меня по носу как зарядили. Я думала, без носа останусь. Правили нос тебе. Она готовит мелкому, как ищет кашку. Все, ладно, я выхожу. Я хочу уже идти купаться и чай пить.